Циклон Аксель принес в город над Бугом снежные метели и сильные морозы, с которыми коммунальные службы справились весьма удачно. Но вот последствия циклона не заставили себя ждать. Пострадало дорожное покрытие, появились ямы, выбоины, трещины. А это не есть хорошо, считают специалисты Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия. А потому в благоприятные дни, когда нет осадков, ведутся ремонтные работы на наиболее аварийных участках городских дорог. Сейчас у нас в зимний период работает 3-4 бригады на ямочном ремонте. Особенность ямочного ремонта в зимний период заключается в том, что в первую очередь это, конечно, влияют погодные условия. Если видите, практически каждый день идет дождь. Редко-редко выпадает вот такая погода, как сегодня, что нету дождя, нету никаких осадков. Чтобы успеть выполнить как можно больше работы, сотрудники предприятия работают с самого утра. Ведь ремонтировать дорожное полотно – дело непростое, требующее профессионализма. А чтобы работа была выполнена быстро и качественно, даже зимой, выполняет этот трудоемкий процесс одним из двух методов. Работы в зимний период у нас ведутся по двум имеющимся технологиям. Первое – это с использованием инфракрасного нагрева, есть у нас установка. И вторая технология, значит, с использованием литого асфальтобетона. По литому асфальтобетону работают у нас три бригады с тремя установками, поэтому там гораздо больше этой работы ведется. Смысл заключается в том, что очищается, вырезается выбоина, вычищается с помощью компрессора, выдувается сжатым воздухом и потом заливается приготовленной смесью, которая, в принципе, хорошо себя показывает, выдерживает всю зиму, ну и не только зиму, несколько лет она себя нормально ведет. Специалистами ДЭП на постоянной основе ведется мониторинг состояния тротуаров и дорог. Только после этой процедуры составляется план работ. К примеру, накануне силы работников дорожно-эксплуатационной службы были брошены на улицу городскую. Так как дорожное покрытие в центре города уже приведено в порядок, пришло время улиц, где асфальтобетонное покрытие требует замены. Но за 1 или 2 года это сделать невозможно. Именно потому ямочный ремонт – хороший вариант для того, чтобы на время сделать дорогу комфортной. Под лужами ям не видно, но и погодные условия, когда перепад через ноль температуры, тоже вода замерзает, физика расширяется и рвет асфальт, поэтому добавляется работы и дождь, и погодные условия, все влияет на качество дорожного покрытия. Любая работа, связанная с дорогой, это сложная работа, но люди уже привыкли, коллектив слаженный, работает давно. Работаем на благо города. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.